Я видел раньше, как подбирают павших. Но не так, как эти люди. Это был знак уважения призраков к Аяксу. Прямая противоположность тому, как он, видимо, умер. Если его убил этот Рорк, он явно не торопился, наслаждался процессом. А теперь он охотился на призраков. И вновь мы вели бой с Федерацией. И вновь мы направлялись в самый хаос. Раскопки, списки целей, призраки. И где-то, в гуще этого побоища, был наш отец. Нужно было его найти.
я поищу другой путь. Папа, какого черта? Все это время ты был один из них? Ты что, ты призрак? Полегче, малыш. Это твой командир. Вы, ребята, понятия не имеете, как это было непросто. Но такой выбор делается раз и навсегда. Тебе и твоему брату еще многому надо научиться, но вы прошли все испытания. Добро пожаловать в «Призраки». Мы готовы. Мы тебя не подведем. Я в этом не сомневаюсь. Я горжусь вами. Вами обоими. Все, конечно, хорошо. Но что, черт возьми, нам делать с Рорком? Рор? Парень, который охотится на призраков? Да. Он хорош. Чертовски хорош. И он знает, как мы работаем. Как такое возможно? Он был одним из нас.